Настало время ответственных решений во имя страны и граждан, будь то созданием законного парламентского большинства или организацией досрочных парламентских выборов. Такое заявление сделал президент Игорь Дадон, который подчеркивает, что прошло почти полтора месяца со дня парламентских выборов и напоминает, что ждет 2 апреля лидеров самых больших парламентских формирований на общие консультации. Пора прийти к принятию ответственных решений перед страной и ее гражданами. Либо создание легитимного парламентского большинства, либо проведение досрочных парламентских выборов, написал президент на своей странице в соцсети. Представители блока АКУМ тем временем объявили, что на переговоры с президентом и другими партиями не придут. Взамен политики пригласили депутатов принять участие в обсуждении пакета законов об отставке руководителей ряда ключевых учреждений. «Мы не идем на эти переговоры. Мы повторяем, что главной проблемой Республики Молдова остается захваченное государство. Приглашаем независимых от олигархического режима депутатов прийти 2 апреля в парламент для проведения прозрачных консультаций. Блок АКУМ не будет участвовать ни в каких консультациях с нынешним руководством ДПМ. Мы приглашаем депутатов к прозрачной дискуссии 2 апреля в 10:00 в парламент Республики Молдова». Напомним, по итогам переговоров с каждой партией по отдельности президент Игорь Дадон пригласил лидеров ДПМ, ПСРМ и блока АКУМ в государственную резиденцию для совместной дискуссии с целью формирования парламентского большинства. Глава государства заявил, что возьмет на себя роль посредника в переговорном процессе.